Давай, давай, вулкан здесь, ребята. Так, одному еще дали. Остался один. Я не знаю, где он. У меня фары светят. Но, о, еще один, я вижу его. Так, подожди, подожди, давай сальтушку. Сальтушку, давай. Нет, нет, уходим, уходим. Да, вот и все, получай. Так, держимся, мы держимся. Я не знаю, где он. Ну-ка, только бы не утонуть. Смотри, поджарили немного наше привидение. Он утонет. Да, есть, он искупался в этой лаве, ребята. Готово. Вы на канале Cool Games, и мы сегодня с вами продолжим выполнять крутые гоночные задания Hot Wheels в игре Drive Ahead. Ну что, мы остановились тут на пятом задании, оно называется «Вулканическая тьма». Победи трех врагов. Ну что, давайте попробуем. Так, ребята, у нас мы в темноте, и у нас такая тачка двухголовая с двумя головами дракона тачка. И против нас такая же тачка, и Дед Мороз на ней там гоняет. Мы уже одному Деду Морозику дали по голове. Так, кто там? Эй, иди сюда, какой-то непонятный клоун. Давай, давай, вулкан здесь, ребята. Так, одному еще дали. Остался один. Я не знаю, где он, у меня фары светят. Но, о, еще один, я вижу его. Так, подожди, подожди, давай сальтушку. Сальтушку, давай. Нет, нет, уходим, уходим. Да, вот и все, получай. Получай тебе, так, по голове. Идем дальше. Первое задание, вернее, пятое уже, мы выполнили очень быстро. Так, шестое задание. Танк-акула, победи пять врагов. Танк-акула? А, ребята, мы на танке, и здесь крутая, крутая получается арена с акулой. Натя, Крампус по голове дал на танке. Но танк я здесь... Вау, я должен здесь со всеми быстро справиться. Но не в этот раз, ребята. Так, ладно, еще раз. Глаз. Эй, Глаз, где ты взял такую крутую тачку? Расскажи-ка мне. У меня тоже крутой, кстати, танк. Надя, по голове. Вернее, по глазу. Иди сюда, дракон. Тоже получай. Уходим, уходим. Фух, чуть пасть не закрылась. Так, теперь он сверху сейчас может прилететь на меня. Ушел отсюда. Так, осталось двоих победить. Давай пролетим. Проскочили. Проскочили. Да, его захлопнуло. Отлично. Еще один остался. Иди отсюда. Так, 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 давай, давай. Сейчас что мы сделаем с ним. Ушел. Ушел, я сказал тебе. Ушел, так, есть, есть, у него мина прилетела прямо по голове, ребята. Отличненько. Идем дальше, у нас седьмое задание, называется «Акулья гроза». Опять акул, победи пять врагов. Вау, здесь гроза, а, здесь шторм какой-то, смотрите. Гроза, шторм, и опять арена с акулой. И мы опять на танке. И мы врезались в эту акулу. Акула, ты что делаешь? Зачем ты закрыла эту пасть свою? О, у нас теперь двухголовик. Двухголовая тачка. О, нас съела акула! Вы видали? Заживо просто съела. У нас теперь крутая спортивная тачка. Ну-ка, мы можем проезжать? Ну-ка, давай. Да, мы можем проезжать здесь. Подожди, а что там мы не смогли проехать? Я не понял. Так, у нас опять танк. Ушло, ушел отсюда. Мы стреляем. Есть, он разбился. Ушел отсюда тоже. Гоночная тачка Hot Wheels. Давай-ка, акула, сделай с ним что-нибудь. Давай, закрывай пасть, закрывай же пасть свою. Эй, подожди уж. Эй. Ладно, давай приземлимся. Ну-ка, ну-ка. Нет, то что творится здесь, ребята? Что здесь творится? Опять погнали на маленькой тачке. Прячемся. Прячемся в пасть акулы. Да, отлично. Танк, едь сюда. Собачка на танке. Или кто-то, медвежонок, собачка. Неважно, все, готов. Иди сюда, Франкенштейн. Я тебя не боюсь вообще. Ни разу не боюсь. Все, готово. Так, двоих осталось. Этот умеет проезжать или нет? Вода поднимается. А чего вода поднимается? Так вообще нечестно. Что это было? Я же приезжаю все время здесь. Вообще не понимаю, что творится здесь. Так, у меня коник за рулем. Коник, коник, коник. Чуть не перевернулся этот коник. Да что такое? Почему она захлопывает меня? Я же там спокойно проезжаю. Опять мне дали маленькую тачку. Лучше мне дайте какой-нибудь танк. Намного лучше быть. Так, разбился один. Следующий. Глаз. Глаз ушел отсюда. Ничего себе, ты какой крутой глаз. Был крутым, я тебе сейчас по-любому надаю. Так, подожди, подожди. Подожди, подожди, проезжаем, проезжаем. А теперь делай что-нибудь. Другое, сальтушки, на. Готово. Так, так, так. Есть, выполнили задание, неужели, ребятки? Есть, готово. Акулья гроза выполнена. И мы идем дальше. Восьмое задание. Сражение вулкана. Выиграть игру нужно. О, мы на танке, и, ребята, здесь крутая арена вулкан. Крутая арена вулкан. Где-то мой... О, куда он летел? Прям на голову мне приземлился. Двухголовый дракон, эта тачка. Так, почему-то в вулкане здесь череп. Череп какого-то динозавра жарится. Он выскочил, черепик. Ну-ка. Нет, по голове ему не дал. Ну-ка, подожди, подожди. Сейчас мы что-нибудь придумаем.
Что-то танк не хочет ехать наш особо вперед. Давай, разгонь. Все, он там молодец, сам перевернулся. 1-1 счет. Так, у нас теперь тачка дракон. Ну-ка, танк к нам приедет? Нет, не приедет. Танк, ты можешь к нам приехать? Не можешь. Наверное, не можешь, поэтому я еду к тебе. Ну-ка, делаем вещи, Где я? Вон я. Делаем сальтушку. Не очень тут сальтушка получилась. Ушел отсюда танчик. Давай, то сейчас сальтуху сделаю. Давай. Да, ниндзя, получай по голове. Да, ребятки, готово. 2-1. Так, у меня привидение за рулем. И куда-то, чувак, я думаю, сейчас он улетит за пределы трассы. Ну, конечно же. Подожди, только не кокос. Он почти улетел, но чуть-чуть ему не хватило, чтобы улететь. Ну, перевернись, давай. Ну-ка. Давай, здесь погреемся. Нет, где он там? Где же он там? Вот он. Так, держимся. Я не знаю, где он. Ну-ка, только бы не утонуть. Смотри, поджарили немного наше привидение. Он утонет. Да, есть. Он искупался в этой лаве, ребята. Готово. 3-1. Счет 3-1. У нас опять двухголовый дракон. Давай подождем здесь. Все, я не знаю, куда улетел мой соперник, но он даже не появился. Он в космос улетел куда-то. Так, у нас какой-то судья Дред на суперспортивной тачке. И мы опять греемся в вулканчике. И дракон, давай перевернем его. Да, готово, ребята. Выполняй это задание. Отличненько. Идем дальше. 9-е у нас задание следующее. Колеса против колес. Что это за такое? Колеса против колес. Вау. У меня супер крутая быстрая тачка. И мне уже выстрелила коза из танка. Прям по голове нашей бабаёшки. Так, у нас теперь троллик. Да что? Он просто давит своей массой, ребят. Меня вы видали? Так, теперь я. У меня зайчик на танке теперь. Ушел отсюда. Так. Вау, по ушам чуть не пролетел. По ушам чуть не заехала эта тачка. Давай. На тебе, вот тебе сверху танком. Раздавили просто. Так, у нас дракон, тачка дракон. Лягушонок. Эй, лягушонок, ты чего творишь-то? Ну-ка, соберись. Давай попробуем мы теперь сходу что-нибудь сделать. Ну-ка, подожди. Глаз, алмаз. На, получай тебе глаз. 2-3 счет, ребята, 2-3. Так, танк. Давай. Опачки, давай, приземляемся на голову. Ушел отсюда. Ай, колесо, да ну, как так получилось? Теперь маленькая тачка у меня. А, вот это понимаю. Вот это я задел этому чертику по голове. Так, теперь у него двухголовик. Нет, ребята, я не смог. Здесь я не смог. Ну ладно, в следующий раз я сейчас по-любому должен затащить здесь. Так, получай. Он врезался в эту горочку, в трамплин. Ну-ка, у нас телевизор за рулем. Телевизор. Смотри, как мы сделали. Круто. Как мы объехали. Только вот немножко не подрасчитал. Я ушел за трассу. Так, опять малыша дали. Вау, он сам заехал под эту горочку, под трамплин наш. 2-1 счет. Ну-ка, давай подождем здесь. И сделаем вот такую. Нет, не получилась такая штука. Счет 2-2. Так, опять. А что мне дают эти маленькие тачки? Ну, давай, пришелец. Вау, он стреляет по мне. Держись, бабаёшка, держись. Нет, ребята, она не выдержалась. Не удержалась. Да, он круто очень стреляет. Так, у нас крутая тачка, двухголовик. Двухголовый дракон. Вау, чуть он мне не заехал, кстати. На, получай, ковбой, по голове. У нас трёхглазый какой-то чувак. О, у нас опять такая крутая тачка. Ну-ка, мумия, что ты сказала? Иди сюда на своей спортивной маленькой тачке, раздавлю. Все, готово. Мне еще один раз победить, и нормальненько все будет, задание выполнено. Танк, получай по голове, танкист. Все, готово, ребята, задание. И мы идем дальше, у нас осталось два задания еще. 10-е. Охотник на бестии. Выиграй игру. Охотник на бестии. Вау, против нас бестии. Это старые тачки эти. Бестии. И я решил искупнуться, ребята. Я решил искупнуться в лаве. Да. Было очень холодно мне, наверное. Так, у нас дракон. Крутая трасса здесь. И разбилась этот глаз, разбился. Не умеет он кататься на этих бестиях. О, теперь опять дракон. Это что, тоже такая бестия, дракон? Драконья бестия, ребята. Так, подожди. Давай делаем сальтушку. Мы же на крутой тачке Hot Wheels. Давай. Перевернули. Ай, не могли. Я хотел перевернуться, ребята. Так, ну что, бестия, разобьешься? Давай, разбивайся. Я так и знал, что так все и будет. 2-2 счет. А, теперь дракон. Ну тут надо было мне не тормозить, а газку поддать. Ладно. О, вулканчик.
любимый наш тоже вулканчик, вулканчик. Бестия, бестия, разбивайся как-нибудь там. Давай, а если не будешь разбиваться? Нет, молодец, троллик знает, как разбиваться правильно. Молодец, троллик. Так, здесь нужно газку подать и задавить дракона этого. Нет, да что такое? Возле меня эта штука, которая меня вверх подняла, это было вообще нечестно. Так, бестия прыгнула через этот круг. Мы тоже только что прыгнули через круг. И еще... Да что такое? Я круг головой задел. Вообще, ребята, так нечестно. Ладно, погнали. Ну что, бестия? Пасть, пасть акулы. Фух, я проскочил. А бестия, конечно же, не сможет проскочить. Шипастая голова это ударилась в акулу. Так, давай давим дракона. Вау, Франкенштейн там за рулем. Он врезался в горку своей зеленой головой, ребята. Так, что у нас тут? Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди. Перевернись. Есть, эти бестии вообще здесь не умеют кататься, потому что эта трасса специально для крутых быстрых тачек Hot Wheels, ребятки. Воу, надо было мне лучше постоять. Дракошек, да, задел мне по голове. Но это их не спасет, все равно, бестия. Ты должен перевернуться. Да что? Что? Эй, вообще, волчок. Так, ладно, что делает дракон будет? Давай посмотрим. Ну-ка, проедем. Ну-ка, 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 давай перевернем его. Ну, тебе привидение по голове. Один раз победить, и все, будет готово, все. Так, давай спустимся к акуле. Только в пасть не поедем пока что. Так-так-так, давай, открывай пасть, открывай. Я хочу проехать быстрей. Закрывай, теперь закрывай. А, на тебе, спартанец по голове. Все, готово это задание, ребята. У нас 11-е задание осталось. Называется оно «Спидер против спидера». Как это понять, я не знаю. Выиграть игру нужно, ребята. Так, мы на чем? А, у нас крутые тачки такие. Индейц, босс, вы видали, как я сальтуху сделал? Мне помог вот этот вот чувак в шляпе. Так, у нас теперь полицейский. Полицейский, полицейский. По-любому должны выиграть полицейский. Или не выиграть, я не знаю. Но будем стараться. Так, ушел отсюда. Мы летаем, мы летаем. Давай, о, давай, давай, давай. Подожди, мы сверху. По голове. Получай, да. Есть, ребятки. Так, ну, кто там у нас следующий? Чужой хищник, кто это? Тише, 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 я улетел. Нет, нет, я улетел, ребята. За пределы трассы. Так, давай на дубки, сразу становимся. Ну, а тебе? Получай, доги. 3-1 счет. Дед Мороз, Дед Морозик, Дед Морозик. Сейчас лето, так что ты, Дед Мороз, по-любому должен проиграть. Летом Деда Мороза никогда не выигрывает. Получай, готово. И мне один раз осталось победить всего лишь там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Он врезался? Подожди, он живой? Оу, нет, я перевернулся сам. Как это произошло? Так, 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 так. Да, получай, снеговик. Маленький снеговичок, да. Сегодня не твой день, точно. Все, ребята. Так, 11 здание готово. Да, все, а остальные здания у нас пока что закрыты. Так что мы будем ждать, пока они сына собираются. И я опять выпущу новое видео, ребятки. Ну, а если вам понравилось сегодняшнее видео, то обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте и добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.